Здравствуйте, меня зовут Медина Екатерина, мне 22 года. Я выпускница ВУДО имени Щепкина, курс Соломиных. У меня есть опыт работы в кино, и также я модель. Я фотографируюсь для каталогов и участвую в модельных показах. В ВУДО имени Щепкина я сыграла очень много разных ролей, такие как Канокья, Кьёджинские перепалки, Нина Заречная, Чайка, Мертвые души, Лизонька. А сейчас я играю в дипломном спектакле «Доходное место», главная роль Юленька. Играю вместе со своей сестрой, близняшкой Ритой. Буду рада принять участие в ваших проектах.